Всем привет, с вами Сенаторов, и мы продолжаем изучать PHP. Сегодня мы продолжим написание нашего фреймворка. Сегодня у нас будет включение автозагрузки классов, включение композера и работа с непосредственно директивой автолоуд в рамках стандарта PSR4. Так, давай продолжим. Нам нужно будет, получается, сейчас вместо require использовать автолоуд. Заходи в индекс. Автолоуд.php. Я зашел. Индекс.php. Индекс.php. Смотри, вот здесь вот давай мы с тобой, вот видишь, у тебя написано require router.php. Давай мы с тобой закомментируем require подключение класса через require и будем использовать с тобой namespace. Да, я хочу, блин, масштаб побольше сделать. Давай зайдем с тобой в preference. Preference. Куда? Да, это... Preference. Че? Где ты это видишь? Там нужно будет через файл. Файл. Наверху слева. Где? Наверху слева. Там у нас написано файл. И там у нас есть preference. Settings, можно settings, да? Settings, да, похоже. И здесь давай напишем zoom. General, нам нужен интерфейс найти, zoom интерфейс. General. General. Да, это сюда, change font size zoom. Yeah. А, control. Засейвься. Давай мы с тобой какую-то тему поприятнее сделаем. Мы с тобой даже можем font size изначально выставить. Давай мы с тобой выставим изначально font size где-нибудь 20 font size или 22. Давай, да, нажми файл, выставим font size при загрузке файлика 22, допустим, напиши font. Ну да, напиши здесь 22. Здесь десятку накинем. Да, вот так подписчики будут рады. Отлично. Давай, Apple, apply. И, соответственно, давай мы с тобой сейчас скачаем какую-нибудь приятную тему. Типа о... Как будто бы ничего не изменилось. Океан Dark. Что-то изменилось. Да, новый файл будет 22. Да, смотри, давай нажми плагин, напиши там plugins. А вон внизу у тебя написано, я хочу, чтобы plugins. Этот... Plugins. Да, давай здесь напишем Океан Dark. Просто напишем Dark и One Dark скачаем тему. Она, в принципе, приятная. One Dark. Пиши здесь. Так, где поиск? А, вот здесь. One. Ну или просто Dark напиши. Dark. Да, это она. Install, Installation, yep. Start ID. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и записываться ко мне на обучение по программированию. Окей, видишь, 22 потянулось. О, это хорошо. Угу. Что да. Close. Не знаю, чем он хочет. Close. Выбирай тему One Dark. Давай. Нам нужно зайти уже на Edition. Нет, слева. Plugins уходим выше. Appearance. Hidden слева. Первая вкладка. Ever, да, я. Yeah. И здесь выбил Color Scheme. Appearance. Первая Appearance была. Первая еще. Да, вот этот нажми. Здесь выбери вместо Theme Dracula, напиши... А, нам нужно выйти не сюда, а... Напиши Theme в поиске. Yes. Theme. Шитхем, да, ага, потому что здесь это показывает тема этого самого, нам нужно другую. Так, нажми сюда, посмотри, это, и там есть Color Scheme, видишь, написано Edition Color Scheme, я. Yeah. Да, вот эта штука. Пока не вижу. Да, вот Editor. Это, ниже, Color Scheme. Да, выбирай здесь не Дракула, а напиши здесь справа не Дракула, выбери там One Dark.
One Dark. Да, все, сохраняйся. Это... Ходи, дальше продолжаем. По пятнице тема. Так. Ну, можешь ставить, выставить сразу же 20, если очень крупно, напиши 20. Болт. 22, если очень много. Так, пофиг, нормально. Ну, хорошо. Смотри, нормально. Напиши фонд. Смотри, давай мы с тобой для начала проинициализируем наш композер. Композер. Да. Давай, напиши composer install. Сейчас мы с тобой проинициализируем composer. Composer install. Мы заинсталировали. И у нас появился autoload.php файлик. Далее мы с тобой сейчас вот зайдем в composer.json, выставим нашу конфигурацию. Composer.json. Ходи в composer.json. Это первый, да. Что мы здесь сделаем? Мы напишем здесь наши namespace. У нас будет две директории рабочие, это у нас FW и APP. Давай все-таки 20 font size сделаем, 20-ку, 22 очень много. 20. Font пиши. Font выше чуть. Чуть выше. Следующее у тебя. 20 напиши ему. Вот так вот, да, вроде приятно. Ну, давай, допустим, у нас вот он увидит namespace FW, и он залезет в vendor.fw. Если он увидит префикс app, он залезет в app. Вот где он будет искать наши классы. Окей. Далее, давай мы с тобой этим воспользуемся. Давай мы с тобой этим воспользуемся. Вот у нас еще есть такая команда, называется composer update. Она нужна уже, когда мы будем дополнительные зависимости включать, будем обновлять с помощью composer update. Далее, давай мы с тобой напишем... уже подключим наш автозагрузчик у нас на индексе. Заходи в индекс, посмотрим, что у нас там есть. Че, require у меня роутер? Да, require, конечно, это весело, но на OP лучше нам использовать namespace. Давай мы закомментим на require наш. Так, ну давай вспомним, как... Нет, функцию нам нужно. Что, нам нужно... Давай начнем формировать наши namespace. Они начинают формироваться роутер. С класса. Для начала подключим наш автолоуд. Для начала подключим автолоуд к индексу. Заходи здесь на второй строчке. На второй строчке пиши require и пиши там, выйдем из директории, из паблика выйдем и залезем в vendor. Так. Как? Require. Давай, ты сам уже можешь. Возможно. Включай. Так, слушай, что нам надо подключить? Мы хотим что? Мы избавляемся от require и используем namespace, автозагрузчик через composer. Сейчас потерялся где-то, потому что... А, composer, да? А, просто композер. Там все должно. У нас же просто в папочке vendor находится файл, он не находится в композере же. Разве? Ну да, закрой композер, его там нету. ФВ. Да? Нужен ФВ. Нам нужен загрузчик. Где он? Он называется autoload.php, наш загрузчик. Да, ФВ. Нет. Закрой композер. Он лежит. Так. Где он лежит? А, все, вижу. Я почему-то думал, что он в ПВ лежит. Его там не должно быть. Ну вот, добрались до него. Ну давай посмотрим, будет ли это работать, или нам нужно namespace еще написать. Что нам нужно следующее действие сделать? Вот мы подключили автозагрузку. Какое следующее действие? Вот мы подключили автозагрузку. Так. Чего? Наша какая задача? А, нам нужно, чтобы эти функции работали. Надо класс, правильно? Чтобы работал, да, роутер, чтобы заработал класс. Чтобы роутер работал. Нам нужно зайти в роутер и задать там
и посмотреть, что там вообще. Ну да, да, за какими-то зайти посмотреть, что там. Мне нужно прописать ему этот namespace, правильно? Да, пространство имен, да, чтобы где он искал, да. Namespace. Uh-huh. Так. И путь, ну то есть он будет виртуальный. Ну напишем такой же, как и как есть на самом деле, правильно? Мы напишем действительно от нашей главной директории, которая находится относительно нашего файла. Главная директория как называется? Относительно нашего файла. Uh-huh. Относительно нашего файла он находится. Директория первого уровня. Как называется? HTTox. Так, давай-ка, Миша, шутить не будем, давай мы серьезно. Где находится файл роутера? Ты я вообще потерялся. О, давай вот так сделаем. Я хочу копи пав. Не надо, ты когда наводишь, уже есть путь. У тебя наверху даже путь есть. Нифига. Здорово. Очень удобно. Давай, пиши. Первый уровень. Папка первый уровень. Где она находится? Вендор. Ну, что пишем? Не сюда. Куда? Слышь. Зачем нам код? Мы же с тобой изначально писали, что во автолоуде написали, что ищи уже на, соответственно, зачем нам, во-первых, вендор, зачем нам нужен, если мы с тобой уже делали FW равно вендор FW. То есть получается, нам вендор вообще не нужен, да? Мы же с тобой уже здесь написали, что FW, как, вот ты же пишешь уже FW здесь вот в namespace. Это уже значит, что ты будет написать. Значит, да. Значит, можно просто core указать. Значит, нужно просто написать, да. FW, правильно? Слушай, да, наверное. Да. Ну да, да, да. Так. Да? Правильно? Сейчас. Да. Да, да, да. Так же, да, пишется, по-моему. Ну и дальше после FW что напишешь? Ну, space вот так? Или мне нужно указать файл? Я что-то не помню. После FW что напишешь? Название файла мне надо писать? Можешь дать ему еще, соответственно, здесь после FW, где у нас в коре лежит, core, FW, backslash, core. Так вот, да. Хорошо, отлично. Последний уровень соответствует уже наш файл с классом. Вот namespace здесь прописали. Хорошо. Вот мы сделали пространство имен. То есть мы перед классом роутер сделали префикс ему в виде fw/core. Идем теперь в индекс. Давай мы им воспользуемся. Давай. Угу. Что нужно делать? С помощью ключевого слова use мы доберемся до нашего класса. Точняк, да. Use. Угу. Ну давай дальше подумаем, как мы будем с тобой обращаться. Как мы с тобой дальше будем обращаться? Я могу указать функцию или нет? Ну что, добраться. Добраться должны мы с тобой. Нужно. Давай, пиши use. Куда он побежит? Префикс какой ты должен написать? Вот я не знаю, как автолод работает. То есть он сам найдет? Или Herax? Смотри. Не совсем не могу понимать работу автолод. Я думал, что он... Ну, мы ему прописали, он сам найдет. Или это так не работает? Ну вот ты написал use. FW core router, да? Название нашего класса третьим уровнем идет, да. Хорошо. Давай, теперь заходи в наш сайт. Что такое вообще use? Для чего нам нужен use? Ну, чтобы добраться в файле, где мы будем его использовать. До файла, да, чтобы лежит. Не писать постоянно перед классом вот эту всю бороду, чтобы не писать перед классом. Ты просто наверху напишешь use и все, чтобы постоянно тебе не вставлять перед классом это.
префикс перед классом не писать постоянно, ты пишешь use, и все. Ну да, без этого будет не будет работать. Так, что там с Апачем-то? Ой, с Апачем. Отдыхать он решил. Завтра выходные. Так, а в чем? Почему? Почему так? Мы же в HTDocs, там все дела. Нет? Не работает? Слушай, да-да-да-да. Давай, давай пробуем полный путь прописать. А, какой полный путь? Мы должны запустить наш Apache. В чем проблема? Apache запусти. А я запустил. Ну, зайдите на сайт. Не работает. Ну что значит не работает? Что значит не вот работает? Это не может быть такого. Надо, чтобы работало. Ага, согласен. Пиши, мы через localhost откроем у меня. Localhost. Че, куда там? Все работает, слушай, что не работает? Все работает у нас. Далее, соответственно. Мы должны с тобой смотреть, работает или нет. Работает у нас или не работает? Роутер подключился? Давай, у нас там вардампится что-то вообще. Конечно, подключился. У нас же с тобой ошибок нет, и сайт работает. Конечно, подключился роутер. То есть у нас, получается, класс подключился с помощью ключевого слова use. Ты добавил префикс и подключил класс. А что, если бы ты не использовал слово use? Как бы ты это писал без слова use? Ну, подключил бы файл типа require. То есть ты бы вместо слова use ты просто ставил этот префикс перед каждым классом. Постоянно. 13-я строчка, 14-я строчка, верно? Ну да, да. Взял бы require once там или require. Сейчас вот поставлю. Включил бы... Я тебе что говорю сейчас? Я говорю, ты значит на 6 строчку вот этот префикс поставил бы на 13, на 14, верно, если бы без use? Добраться до этого класса. Ты бы, получается, 13 строчку на 14 строчку поставил бы вот этот вот префикс свой, правильно, без use, если бы не было use? А так можно? Да, так можно, да. Так мы, можно. Мы себе жизнь упростили, мы use написали, чтобы не ставить префикс перед 13-14 строчкой. Ну да, можно, можно было здесь ему типа хоть прописать. Ну да, нам не нужно здесь писать fw, call и так далее. Просто мы запаримся это делать. Мы просто напишем use наверху и все, и не будем это делать, верно? Так точно. Ну вот, идем дальше. Мы же с тобой программисты, а программисты они ленивые. Смотри, что дальше мы с тобой сделаем? Автозагрузку мы с тобой подключили. Команды мы с тобой в композере основные базовые выучили. Соответственно, namespace прописали, use прописали. Что дальше будем делать с тобой? Так. Давай. Молодцы, да. Давай. Нам нужно пользоваться функцией. Давай вот эту красоту мы с тобой, во-первых, закоммитим. Это, во-первых, это обязательно, когда мы работаем на проектах, мы коммиты делаем. Вот мы сделали какой-то компонент, мы с тобой сделали какую-то фундаментальную операцию, мы с тобой сделали, и должны закоммитить этот момент. Давай, сохраняйся, подтягивай это все. Что это? Change. Да, вот наши change, давай мы их сделаем коммит из этого. Угу. Назови коммит так, чтобы если что-то смог к нему откатиться. Не просто фрейм, а напиши коммит так, чтобы ты смог к нему откатиться. То есть это напиши, допустим, какой-нибудь там main commit, чтобы ты должен понимать, что за коммит-то. Если что, ты должен к нему откатываться. То есть это должна быть начальная точка рабочая. Ты не должен писать просто фреймворк. Назови как-то так, чтобы ты с ним... То, что он делает, этот коммит. Этот коммит делает main. То есть это main. Мы написали, допустим, допиши, соответственно, что здесь сделали? Автолоуд. Мы здесь подключали автолоуд. Ты должен так написать. Add автолоуд. Так должен написать коммит. Add автолоуд. Add автолоуд. Фреймворк не надо писать. Это мы не должны, это исчерпывающе. Мы должны коротко и ясно писать. Add автолоуд. Можем писать слово main, чтобы мы понимали, что это основной проект в круглых скобочках после автолоуда. Автолоуд у нас так пишется вообще? Ладно, давай коммит. Вроде бы, да. Ладно, давай пуш. Пуш, все, и мы в безопасности. Нажимаем пуш, и все, если что, мы в любой момент сможем этот коммит вытянуть с нашей веточки в GitHub, правильно? Все, мы теперь не боимся за проект. Даже если мы с тобой на косипоне в проекте, мы с тобой сможем откатиться к этому коммиту с помощью GitHub. Да. Вот и замечательно. Так. Далее мы с тобой что будем писать?
А у нас роутер-то вообще работает? Давай проверим. А с роутером что-то там. Вообще работает. Ну, работает, да. Чем он должен не работать? На чем мы с тобой остановились? Ой, я не помню. Мы остановились на написании регулярных выражений. Ты меня спрашивал, что за переменная, по-моему, мерч или как она у нас называлась? Как у нас переменная третья называлась? Перемена в регулярном выражении. Мы с тобой регулярку писали, помнишь? Отстать. Я тебя спрашивал, помню, я тебя спрашивал. Матчес у нас переменная. Матчес, мы с тобой остановились Прагма. На матчесе. Вот мы с тобой дебажили матчес, тебе же матчес? Было интересно, да. Пиши там HR, чтобы ты понял, что это матчес. HR где-нибудь добавить, конкатенация, тег HR. Что? Конкатенация, тег HR, чтобы ты понял, что это матчес выводится у нас на экране. Здесь? Нет, внутри дебага, конечно же. Дебага. Так, куда мы там дебаг вообще? Ну вот, буква D уже у нас. Буква D же у нас дебаг. Буква D у нас дебаг. Да, буква D у нас дебаг. Ходи в роутер. Наш там буква D. Заметил, что у тебя вообще теперь роутер, перед роутером написана буковка C. Ты заметил? Файл роутер, тебе синенький. Да. Почему? Не знаю, класс, типа. А? Типа класс, наверное. Ну да, потому что мы добавили namespace, и у нас теперь стало, соответственно, по-другому инициализироваться этот файл. Я не совсем понял, куда ты просишь добавить HR и зачем? Чтобы визуально, вот ты сейчас вот выводишь дебаг, визуально выводишь, ты понимаешь, какой дебаг у тебя отрабатывает в браузере, или не понимаешь? Вот этот. Покажи браузер. У тебя точно один D висит в браузере? Не, у меня нет. Еще один висит. Ну так вот, чтобы разделять эти дебаги, ты можешь точнее, добавить... Точнее, вот это. Ну да, во-первых, убери там... И вот эти. Нет, это не дебаги. Убери дебаг на 17, и тогда все окей. Это дебаг, там же он подтягивается. Как убери на 17 дебаг. А, не, соврал. Во, вот это. Убери дебаг. Что делаешь? Ты говоришь, убери дебаг. Ну так дебаг убери, а не всю строчку. Зачем мы ее выводили тогда? Посмотри, что там происходит. Мы же с тобой получали getRoads. Давай, посмотри на экран, заходи на экран. Окошечку закрой, она не нужна пока что. Ну, сверни ее. Заходи в браузер. Вот, вот. Получается, вот что нам пришло, да? Угу, ничего. Ну как ничего, нам пришел массив. Пустой массив. Массив, хорошо. Далее... матчесы мы с тобой в дебаг сделали. Ты можешь какой-нибудь дать ему слэш и написать в URL-ке что-нибудь там написать, чтобы массив заполнился. Дай мне какой-нибудь пути ему. Напиши там, не знаю, пост слэш пост слэш индекс. Давай наполним массив. Ну, URL напиши. Наполни массив, URL напиши. Заходи в браузер, пиши там слэш пост слэш индекс. Браузер. Пост слэш индекс. Ну вот. Получается, работает индекс, наш роутер, да? Да, получается, это мы сейчас чего у нас? Ну как мы сейчас? Мы сейчас как отдаем-то? Мы сейчас отдаем, в каком формате мы с тобой? Помнишь, мы с тобой отдавали сначала add, зайди на index.php. Это у нас сейчас функция getRoads. Какой getRoads? Это 13.14 мы отдаем. 14 мы отдаем, видишь, через add, мы отдаем уже не жестко, а через post slash add, как на 9 строчке. Мы сначала давали это через 9 строчку, post slash add, да? А сейчас да, мы уже... понял, а что нам... Сейчас, сейчас мы уже пишем с помощью регулярного выражения, и благодаря этому мы стали с тобой более гибкие, потому что мы используем регулярное выражение, правильно? Да, да, да. Вот, идем дальше, смотри, вот мы принимаем уже через роутер add, используем там знак колет доллар, используем az дефис плюс, делим на az дефис, ну это регулярное выражение, соответственно, сам паттерн, да, первое, второе.
Вот, то есть это все, что находится до слэша. То есть мы напишем пост, первый ловим action, а потом контроллер ловим, грубо говоря, да? То есть у нас контроллер action. То есть какой контроллер вызываем, потом событие само добавить. Допустим, вызови контроллер, не знаю, там, который отвечает за LK, за личный кабинет, и сделай событие, допустим, add, добавить, допустим, да? У нас сначала работает контроллер, потом работает сам action. Так вот, на 14 строчке мы и пишем, что перед слэшем будет, соответственно, сам контроллер вызываться, а после слэша будет событие sub-action. Окей. Заходим в роутер. Вот. Мы обращаемся к методу add в роутер. И потом, обратите внимание, что у нас потом после add уже обращается к методу matchRoute, который принимает уже URL. Так, matchRoute. Давай для начала мы быстренько вспомним, как это все работает. Расскажи-ка мне вообще, кто, куда принимает и куда что летит. Вот, не так просто, давай попробуем. Так, мы это уже делали. Это значит у нас чего? Это статическая функция, статическая переменная, которая будет что-то сохранять. Ну, свойства статические. Свойства, да. Значит, функция add принимает Метод add принимает два параметра. Метод add принимает два параметра. Он обращается к, то есть, к вот этой штуке. Свойству. Roads. И забирает, короче, вот это, то, что мы вводим. То, что мы получаем. Ну, то, что мы вводим, получается, в URL. И обращается по ключу массива, исходя из параметра, который ему приходит. Да. Но это пустая переменная будет изначально. Это пустой массив. Мы ее заполним. Массив, пустой массив, да. Вот, и по ключу то, что мы туда ведем. То, что мы примем. Приходит, да? Ключ. А ключ же будет приходить типа post slash add. Да, тут мы тоже пишем, что такой route, это пустой массив. Uh-huh. И равно route. Куда они приходить будут? Вообще, откуда они приходят, это add? Покажи мне сначала, откуда приходит первый метод add. Add? Угу. Кто передает? Вот отсюда. Ну хорошо, вот это что за первый параметр? Выдели мне. Этот? Да, вот это в какую переменную попадет этот первый параметр? В первую, в регекс. Ну, сюда подписано, в регекс. Блин, у тебя подсказывает ID-шка. Ну да. А второй параметр куда попадет, второй? Ну это второй, это будет route. Route, хорошо. Ну, роут, типа, пустой массив. Потому что по умолчанию. Массив роут попадет. По умолчанию, если там не будет пара параметров, он сделает по умолчанию роутер. Пустой массив, да. Так, что дальше? Хорошо, и мы говорим, значит, мы что вот это вот роут. Обращаемся к свойству и начинает. Штуке, да, и начинает туда записывать по ключу, но по ключу, который мы введем. Да, с параметра, который получается. Вызываю функцию. Параметры. И мы говорим, типа, это равно. Роуту. Мы говорим, что по этому ключу будет такой-то путь. Типа такой-то контроллер будет вызываться. То есть поэтому мы говорим, что по этому ключу, типа ключ у нас будет post slash add. У нас будет вызываться контроллер, контроллер main и action index. Второй массив у нас будет налететь. Это что? Это у нас получается. Это регулярное выражение. Что дальше? Есть функция getRows. Она просто возвращает нам rows. Эстетики. Да? Да, просто это функция дебага наша. А, вот, что, кстати, функция URL. URL. Такое, откуда вообще это летит? Давай посмотрим. Летит query. А в query лежит то, что мы ловим с глобального массива сервера. Uh-huh. То, что лежит query string. Uh-huh. А query string это у нас... Это то, что мы вводим в URL-строку. Да, верно. Да, верно. Итого. Так, еще раз. В URL лежит. Где? Ё-моё. Короче, все, что... Как это называется? Как это называется? Именно. Я забыл слово. Как называется вот это вот? Параметр? Не свойство, а параметр. Во. Параметр забирает, короче, URL строки, которые мы вводим. Ну, и да. Мы говорим. Мы обращаемся к статической переменной. Вот этой. Да.
Свойства. Стук свойства, да. Ага. И просим по ключу, значит, побегать по ней. Просим по ней побегать, да, немножко? Размяться, побегать, всегда, спортом, да. Спортом позаниматься. Угу. И позаписывать все это дело в паттерн. Точнее, распарсить. Распарсить на две переменные, на ключ значения. На паттерн, да. Там будут какие-то ключи, которые да. мы туда ведем. Да. И говорим, если прыгмач, а прыгмач, я не помню, что это такое. Да это что-то тоже из их прыгмач, прыгмач. Что за функция прыгмач? Никак ты не помнишь. Я забыл. Я хорошо, вот сейчас, ты сейчас, что ты сейчас вводил? Вот это слово, как это называется, URL? Это что-то связано с... Вот только что сейчас, прочитай мне слово, которое в поиске у тебя. Только что в поиске слово, какое было? Только что предыдущее, вернись назад. Какое? Регулярное выражение. Ну, что такое, значит, прыгмач, это что такое, что за функция? Регулярное выражение? Ну да, регулярное выражение. То есть мы проверяем, является ли регулярным выражением? Выполняя проверку, ну, действительно. Мы нам вообще зачем нужно короче... регулярное выражение? Регулярное выражение зачем нужно-то? А чтобы все забирать? Чтобы вручную не писать, там пост, слэш эд, пост, там слэш индекс, мы не будем все роутер вручную писать. У нас есть регулярное выражение, которое за нас это прекрасно сделает все. Нам, регулярное выражение прекрасно нам разберет на две составляющие. Зачем нам писать вручную там пост, индекс, пост, эд и так далее? Зачем нам писать? Если регулярное выражение за нас это прекрасно все сделает. Угу. У нас регулярка это все разберет. Короче, мы говорим, если вот эти штуки, это регулярное выражение... Да? Если функция вернет true. Матч, матчесы, посмотри, что у тебя, видишь, дебаг матчесы. Зайди в браузер, посмотри, что у тебя дебаг матчесы. Видишь, это массив, это матчес твой. Вот матчес твой пришел, вот он. Вот он, как он красиво распарсил. Вот он, post slash add, нулевой индекс. Первый индекс у нас post, второй индекс это индекс. Прекрасно он разобрал нам. Видишь, как он прекрасно, как регулярное выражение нам прекрасно разбирает, видишь? Все, он дальше не это. Да, не это. У нас регулярка не написана. У нас написано. У нас только настолько на две. У нас что написано? Настолько на две составляющие написано. Вот это АЗ, АЗ. Ага. Так точно. Он же пропишет, правильно? Да, любые. Или нет? Да. Нет. Да. Все, АЗ, АЗ, у тебя цифры пошли, он отрезал тебе. Он написал ин, uh-huh. Все, пост, ин, цифры вставил. Вот регулярочка наша родная. Не старайся, у нас нет регулярки. Ну ты же сам написал паттерн регулярки, АЗ написал паттерн же, ты сам написал. Да. Вот и все. Вот это я хрен знает, что такое значит. ЕС это. Что это такое? Слушай, вообще, тебе нужен отдельный урок по регулярным выражениям. Да, я сейчас загуглю. Ты их в домашке учил вообще, в домашке? Я не помню. Ну, было дело, да, что-то читал. ЕС. Регулярное выражение, ДЕС. ЕС. Табличка справа классная, кстати, он справа таблица, кликни на нее. Да. Да. Здесь диеза нету. Диеза, надо какую-нибудь другую таблицу. А здесь тоже нет диеза. А, диеза нет. Диез, как это пишется? Буква Z? Диез, диез. Ну да, диез он еще как музыкальный дойдет у нас. Смотри, ладно, рассказываю. Диез это ограничитель шаблона. Это напиши регулярное выражение ограничитель шаблона. Шутка. Ограничитель шаблона, это есть диез. Да. Решетка. Диез. Короче, показывает, который начинается с символа решетки, не преобразованный в escape последовательность. В конце шаблона регулярного выражения
даже до конца строки. То есть это просто ограничитель шаблона, окей? Можно использовать на самом деле там что угодно. Не просто DS. Мы там можем на самом деле использовать все что угодно. Ну, так, между нами. Ни хрена на самом деле непонятно. Помечает комментарии режима X, который начинается с символом решетки. Не преобразованным в escape, последовательность, что за escape последовательность. Так, ты пропустил, значит, еще этот момент, да? То есть, посмотри, что такое escape последовательность. В конце шаблон регулярного вложения продолжается до конца строки. Что за? Uh-huh. Microsoft Learn. Это у нас... позволяет управлять HTML устройством уже. Не туда мы уводимся. Это просто совокупность идущих подряд элементов, да, то есть какая-то последовательность параметров. Экранированная последовательность. Экранирование, да, у нас escape последовательности, экранирование. Который начинается непреобразованный. Ну, вот видишь, так он backslash 033, это, допустим, это не экранированная последовательность есть какая-то, да? Вот escape последовательность, вернись на ту вкладку. Следующую, да, вот выдели вот эту штуку, вот внизу написано, например, символ escape, это написано backslash 033, это и есть escape последовательность. И она идет в экранировании. Она, не, кстати, не экранированная. Вот видишь, написано, не надо нажимать, выйди отсюда. Я не понял. Вот видели, вот здесь внизу написано escape 033. Да, я вижу. Вот это и есть escape последовательность. То есть это значит, что она не экранирована. Если был бы еще один слэш перед этим, она бы экранировалась. А так она будет у тебя отрабатывать. Она вместо 033 будет подставляться какой-то символ. А какой это будет символ escape подставляться? Хочешь, мы с тобой точку запятой рисовали с помощью решетки, точка запятой и так далее. Ну или пробел у тебя эту решетку на 33, по-моему, тоже пробел какой-то. Угу. То есть у тебя же есть какие-то последовательности эскейпы, и они, видишь, он и пишет, типа, это эскейп последовательность. И дальше. Смотри, что такое айка? Где? Не знаю. Это. Как же, это у нас регистр чувствительности. Она у нас регистр независимый благодаря айке становится. То есть нам не важно, какой регистр, там верхний, нижний и так далее. Это вот мы айку... Угу. Это показываем айкой, да? Угу. Вот мы немножко вспомнили этот момент. Идем дальше. Что мы должны дальше написать? URL. Мы с тобой matches отработали, что попадает в matches? Что попадает в matches? Ну, URL попадает в matches. И распарсивает его на паттерны matches. Я понял. Так. Смотри, далее нам нужно с тобой... Точнее, ну да, URL на паттерны road распарсивает. Окей, далее нам, смотри, вот мы закоммитили там все свои дебаги все. Покажи мне индекс. Дай мне посмотреть на индекс PHP свой. Нет, у нас этот матч отрабатывает. Покажи мне индекс PHP. Или файл? Индекс PHP, покажи мне файл свой. У тебя два метода, да, вызова. Этот replace, да, matches и вниз листани индекс, да. Так, документы нужно будет уже потихонечку удалять. Окей, смотри. Далее мы с тобой что должны написать? Пока непонятно, я не знаю. Вот роутер мы с тобой как дописали, еще нет. Он уже как бы начинает нам запрос наш фильтровать, да, там что-то делать с ними даже, да. Строку распарсивать уже может, да, соответственно, роутер. Что там нужно нам еще будет сделать? Нам что, нам вообще что нужно? То есть он распарсивает для чего? Чтобы куда-то, чтобы что-то куда-то отправлять, перенимать и переходить, да, по ним. Как вообще устроен роутер? Любой, допустим, сайт ВКонтакте, как он устроен? Ты... Ну вот то, что он забирает из URL, да, распарсивает на какие-то ключи и значения. Если ты там обращаешься к такой-то папке, он тебя адресует на нее, я так понимаю. Если ты вводишь какую-то хрень, то он тебе там на главную типа выкидывает. Ну или
Или возвращает там, ну, короче, куда-то возвращает, куда надо. Правильно? Ну да, верно. Как отработка ошибок. Ну все, он разбирает твой, получает этот самый, как его... Он разбирает твой URL на составляющие, исходя из того, что будет URL, вызывает тот или иной контроллер. Все, идем дальше, хорошо. Нам нужно этим как-то воспользоваться. Идем дальше. Да? В принципе, ты мне рассказал, как это устроено. Хорошо. Дальше что мы с тобой напишем? Мы с тобой немножко давай преобразуем наш регулярное выражение. Сделаем его более универсальным. Вот вместо... Вот, это, конечно, хорошо, AZ. Это очень хорошо. Но мы с тобой напишем немножко по-другому. Мы напишем... Знаешь, что мы с тобой напишем? Сейчас скажу. Мы с тобой напишем там, получается, контроллер. Вот смотри, мы с тобой в рамках уже метода AD, второй, это у нас на 14 строчке. Давай мы с тобой напишем контроллер. Контроллер. Сейчас. Смотри, как это будет писаться. Не удаляй это, то, что было. Не удаляй. Удаляй. Мы с тобой сейчас сделаем шаблон там. Вот смотри. Перед... Получается, это скобочка там идет квадратная. Точка, где у тебя открывается перескобочка, это у нас прям между квадратной и круглой. Нажми туда. Так, где-то квадратный и круглый. Короче, перед квадратной скобочкой, вот там, первый, вот здесь, перед первым, да. Напиши здесь, получается, знак вопроса. P большая. Да. Открывается треугольничек. Прикольная. Пиши контроллер. Контроллер. Открывается треугольник. Далее у нас там будет наш action. Мы с тобой сейчас как бы это делаем еще. А туда перед второй точно так же сделаем, который напишу там action. Точно так же. Знак вопроса P, action. Второй точно так же. Здесь action? Да, просто action. Как бы чисто как бы так делаем его более таким умным. Посмотри, что получилось через дебаг. Через роутер get routes. Через get routes. Да, товар дамп. А, да, я забыл. Уже есть это. И что-то за метод положить. Давай, вызывай, это просто getRoots все. Вызывай getRoots, я посмотрю на getRoots наш. Роутер. GetRoots. Так, че, где я там пустил ошибку? Ну ты забыл закрыть пешку. А, точно. А что там? Так, еще раз. Это все мне он только отображает. Получилось? Да получилось, только не понял, что. Видишь, у нас появился контроллер, ключ и экшен появился, ты видишь? Нет, это я закомментил. А. Ты видишь, что добавился контроллер и экшен? Заметил? Контроллер. Если ключи добавили, ты видишь это? Да, вижу. Здорово, напиши вижу, там вижу. Контроллер один, если ты это не видишь. Ну, то есть ты видишь, что визуально добавился. Я вот понял, они, да. Ключи добавились, да? Вот, то есть мы как бы для нас добавили удобно, чтобы мы вот видели, какой контроллер обращается. И вот экшен. Мы вот взяли с помощью регулярных выражений. Да, Руся, представляешь, так можно сделать. Регулярные выражения вообще могут все что угодно там. Можем там ключи добавлять, можем там все что угодно, распарсивать любые данные, перебирать их там, ну, все что угодно вообще, там шаблоны работать, там возможности безграничные уже регулярных выражений. Окей, идем дальше, смотри. Так, давай обновим. А в этом... Что вообще делает эта запись? Эта запись создает именованные ключи. Вот эта запись в регулярных выражениях, она помимо того, что у тебя индексы будут ключи, у тебя еще будут именованные ключи.
Идем дальше. Идем дальше. Так, смотри. Ты понимаешь, что у нас будет один контроллер, допустим, да, вот? Допустим, на какой-нибудь контроллер называться личный кабинет. У него будет какой-то action, допустим, add. Или там new user, да, допустим. Мы напишем... Сейчас. Давай мы с тобой... Сейчас я подумаю, мы с тобой даже можем немножко... Сайт даже сейчас. Нормально. Так, все, в принципе, отлично. Да, у нас регулярно мы с тобой написали. Так, дальше что мы с тобой будем делать? Вот у нас, в принципе, уже подготовили боевой уже роутер, да? Угу. Что следующий уже этап разработки проекта какой? Давай, ну, мы что, по идее, сделать? Давай мы с тобой вот match-root метод немножко перепишем, потому что он, соответственно, немножко не оптимизирован. Так, match-root. Ну да, для этого мы с тобой перепишем немножко наш метод, где-нибудь, вот проверка, видишь, где у нас там вот if-router, вот вернись на индекс, вот у нас, видишь, индекс вернись, там mm-hmm. внизу есть проверка if, если router, router, query, это, конечно, это колхоз. Давай мы это закомментим, вот эту всю красоту, 17-й вниз. Да. Ну так, чисто просто разрастается. Давай. Знаешь, что мы сюда напишем? Мы напишем немножко другой метод. Сейчас мы с тобой будем описывать метод. Мы закомментили, соответственно, подготовили основу. Давай, и заходи в роутер, будем создавать новый метод. Назовем метод dispatch. Давай новый метод. Да, создавай новый метод, он должен быть статичный. На вход будет принимать у нас URL, который у нас мы до этого query принимали. Мы сейчас будем URL принимать. Так, какой static? Public static function. Чего ты говоришь, он будет принимать? URL. Да, мы переписываем тот метод на более, на, соответственно, работа уже в рамках класса. Public Station Function, принимаем URL, называем метод dispatch. Метод dispatch. Dispatch метод называется. Называется метод dispatch. Что? Метод dispatch. Называется. Как называется? Да, как твой метод есть? Называется? Как твой метод называется в данный момент? Какой? Ой, который ты сейчас создал. А, dispatch, все, за это. Залип. Да, все правильно, смотри. Принимай URL в dispatch. URL в смысле query. Принимай URL. А URL какой? И параметр URL там будет написан. URL параметр. Так, а я что написал? И... Да, все отлично. Mm-hmm. Соответственно, что дальше будем что писать? Если обратимся к нашему методу matchRoute, который наверху находится, как нам добраться до него? Нам нужно обратиться к нашему методу, который наверху. К этому? Ну да. Так, как мы к нему обращаемся? Ну, в роутер. Доберись до него. Положи туда параметр URL, который ты принимаешь уже в нашем методе. Роутер? Нет. Прошу тебя к методу обратиться. Зачем нам вызывать, класс? У нас есть более что-то универсальное. Self? Можно через self вызвать? Да, self. О, да. Обращись к методу. К матч-роу, да? Да, да, и положи туда параметр URL. Хорошо. Параметр URL. Вот. А что нам будет возвращать этот метод? Выше. Что метод наверху возвращает? Матч-роу, он возвращает 0... True или false. Да, true или false, соответственно. Это такой простой метод, который возвращает либо true, либо false. Хорошо. Дальше пишем с тобой. Открываем тело. Если метод матча возвращает true, значит индекс, ну, значит, наш найден URL-ка, если не найден, если false, то, соответственно, не найдено. Окей.
То есть, если является регулярным выражением, да, которое мы ввели, тогда... Да. Если, тогда что? Мы, если путь нашел, все, он true вернет. Если путь не найдет, то false вернет. Угу. Окей, идем дальше. Далее мы с тобой должны сейчас написать тело и else открыть. Открывай тело и else. Давай, else. Else, открывай тело тоже. Где ты else открываешь? Я понимаю, у тебя else, мне кажется, не там открывается. Понимаешь? Ну, конечно. Ты тело, не, ты не там else открываешь. Где ты else открываешь? А где? Вот тут, тут наш заканчивается эта фигня. Вот, да, вот здесь вот заканчивается. Где вот заканчивается, здесь? Да. Молодец, открыл тело. Хорошо. Если у нас if вернул false, что мы должны в else написать? Вот не нашли мы с тобой страницу. Не нашли. Он ввел там какую-то абракадавру в URL-ке. Что мы должны написать в else? Можем... No, false можем вернуть, если мы как-то потом этим воспользуемся. Помнишь, мы с тобой работали с там HTTP 1.1 версии, помнишь, что там, когда хедер изучали? Uh-huh. С тобой изучали там коды ошибок в хедере, помнишь? Uh-huh. Uh-huh. И помнишь, там какой-то есть метод, который направляет на 404, как он называется? Функция. Ладно, HTTP response code. Да, пишешь в эту функцию 404. Открывай тело. Открывай тело. Тело открывай. Я что, не открыл? Ну, Enter ты не нажал. А, привет. Да. Давай, пиши. Не нашли мы с той страницу. Так, как куда мы отправим его? Мы вызовем функцию, что? Которая нас направит на 404. HTTP response code. HTTP response, нижнее подчеркивание. HTTP. Да, нижнее подчеркивание. Response. Код. Да. Так, соответственно. Это мы с тобой, если не нашли, да, страницу? Да. Все правильно, же без параметров. Конечно, да. И 404, куда, на какой мы код ошибки? 404 будем отдавать. Пиши, туда нужно что-то отдать. Или он так код, работает? Код ошибки 404. Это... Как это пишется? Так? Просто число, конечно, не строка. Мы когда с числами работаем, мы с числами работаем. Чем ты отдаешь ему строку? Вот, всегда так, да. Это когда мы со строкой работаем, тогда мы даем строку, а числа всегда числа идут. Хорошо. Дальше что мы с тобой? Вот не нашли мы с тобой, да, направили на 404. Но человеку будет грустно смотреть на просто 404. Да, сделай голый ему if. Дай ему просто комментарий или просто голый, дай ему if голый. Веди какую-нибудь ерунду в этом самом URL-ке. Короче, ладно, давай доделаем сначала с тобой. В else напиши мне здесь include, подключи файл. Index, подключи здесь файл этот самый. Шаблон у нас будет красивый для 404 вывода. Напиши после else, после HTTP response code. На следующей строчке у нас будет подключаться шаблон красивый-красивый для 404. Ты заметил, что шаблоны всегда отличаются от... Ну, страница 404 всегда отличается от всех страниц. Ты заметил на сайте? Ну, бывает, да. Ну, не бывает, она всегда другая. Смотри, и ты должен всегда подключить другую шаблон. Допустим, подключим ее здесь на коде с помощью ключевого слова include. Напишем 404.html. Include. 404, ну или напиши там 404.php, да. Строка 404.php. Мы потом будем ее подключать. 404.php, окей. Да. Все, будем подключать, если что. Окей. Дальше мы с тобой что должны сделать? А если true? А если true мы сейчас напишем. Сейчас веточку else напишем. Дальше давай создавай файл 404, соответственно. Мы с тобой напишем в паблике. Паблик у нас будет отвечать за 404. Мы там будем формировать. Да, в паблике создавай новую страницу 404.php. New. Нет, PHP отмена. Отмена. New PHP файл. Давай, файл new. Файл new PHP файл. Ниже. New PHP. Да, сюда.
Пиши. 404. Все. Такой вот комментарий создается прекрасный. Далее. Что мы с тобой напишем в 404? Да просто рыбу отдадим ему, да? Нет, не открываем PHP. Давай уберем здесь PHP и просто рыбу отдадим ему. Давай, отдаем рыбу. Как да, тап, тап. Ну пусть lang n, пускай n будет. Да, просто n. Далее мы с тобой напишем, title у нас будет 404. В принципе, body напишем у нас 404. Title 404, body тоже 404. Просто 404? Да, просто 404. Или div какой-нибудь? Да просто div 404. Или h1 напишем, h1 404, h1, чтобы крупно было. h1. Нет, ты так неправильно пишешь. Неправильно пишешь. Пиши просто h1. H1. Tab. А, у тебя не сработал так? Работал. Ну да, да, пиши здесь 4.4, окей. Да нормально, супер. Смотри, как у нас это будет работать? Смотри, как это работать будет? Рассказываю. Если получается у нас сама вот этот метод matchRoad вернет false, то мы уйдем в else, если true, уйдем в if. Все уже будет зависеть от метода matchRoad. Как matchRoad отработает, так у нас будет уже работать, соответственно, следующий метод dispatch. Окей? А он это правильный путь? Он файл найдет? Ты должен сейчас с этим разберемся. Где он находится относительно роутера? Mm. Нет, он находится относительно роутера, не там. Но мы с тобой не переживай, сейчас сделаем еще глобальные константы, глобальные. И через глобальные константы мы это красиво все сделаем. Ты же, ну, как бы, смотри, мы, когда с вами проект, мы должны обязательно объявить глобальные константы, чтобы мы не писали этот длинный путь. Мы с тобой это сейчас сделаем. Но перед этим мы с тобой напишем condition в if. Давай, пиши в теле if. Пиши туда просто, давай дадим туда просто эхо. И, соответственно, напишем там, допустим, don, допустим. Ну, типа don или окей, там. Don. Окей, дона. Все, нам уже осталось только вызвать метод dispatch. Нам нужно вызвать метод dispatch. Так. Да. Давай, заходи у нас. Так, это, наверное, удалить надо, да? Не надо. Вроде не надо. Так, action index. Add controller. Давай, вызывай метод. Нет. Мы не трогаем 12-ю строчку. Мы новой строчкой вызываем метод dispatch. Нам нужно debug постоянно смотреть. Мы должны смотреть постоянно debug. Ниже объяви ему. Нет, зачем так пишешь? Ты пиши нормально. У тебя это же IDE-шка, она тебе будет быстро подсказывать уже. Удали, пиши нормально. Удали. Удали. Что сделать? Удали. Пиши нормально, пиши. Роутер, вызывай метод. В смысле? Ну, вызывай метод dispatch. Нет, что ты D-то пишешь? Зачем ты пишешь D? Я говорю, вызови метод мне dispatch. Вот, табуляция сразу же. Не надо писать полностью, елки-палки. Просто он все видит прекрасно. У тебя глобально IDE-шка прекрасно себя чувствует. Она, видишь, тебя все видит, видишь? Убери метод после роутера, убери, удали. Что еще удали? Стоп. Еще удали. Ага. До двоеточия дади. Сейчас убери еще двоеточие, она тебе должна подсказку давать. Еще. И объявитель опять двоеточие. Объяви двоеточие. Объяви. Видишь, она тебе показывает твои методы. Она тебе вообще показывает все методы все. Вот, видишь? А? Давай, супер. Работаем. Она даже показывает, какой параметр она принимает. Видишь, она принимает URL. Все она тебе подсказывает. И давай мы туда передадим в качестве URL. Какую переменную в качестве URL передадим? Dispatch. Зачем вообще мы сделали dispatch? У нас же с тобой match road был. Да. А match road это просто checker. Он просто проверяет true или false. Checker. А потом мы уже вводим на другой метод, который уже будет делать include. То есть
Матч роут это всего лишь функция чекера, которая проверяет. А потом у нас есть другой метод, который просто будет нам уже делать include и более другую логику, да? Короче, да. Ну, верить еще строй URL. Верить еще строй URL. URL. Какой URL к вери у нас нету? У нас URL где летит, в какой переменной? О, я уже потерял. Вери у нас летит в URL. Вот, восьмая строчка. URL. А, ну да, да, query. Куда ты залез-то да? У нас в индексе, то куда залез-то? Я просто посмотреть, хочу посмотреть. А зачем тебе роутер посмотреть? Ты же в индексе должен посмотреть. Вот query на восьмой строчке. Потому что я забыл, где она. Вот, тебе нужно вот здесь на восьмой строчке смотреть. Это же на восьмой строчке, правильно? Ну, точно. Ну вот, на восьмой строчке ты query. Кладешь туда query, да. Query. Да. Мы не переименовывали. Мы работаем в ООП, нам не нужно ничего переименовывать. Это называется условный параметр. Я могу написать там дядя Петя, ты забыл? Помнишь, я пишу дядя Петя, ты понимаешь дядю Петю. Где написать? Ты вместо URL в методе можешь написать дядя Петя. И query станет дядя Петя. Ты помнишь, мы это делали? Query. Ты имеешь в виду в свойстве функции. Ну да, что угодно можно писать. Query превратится в дядю Петю, потому что там не важно, что ты напишешь. URL там напишешь, что-то угодно. Это же условная переменная, ее не существует вообще нигде. Да, да. Вот и все. Идем дальше. Далее, смотри, что получилось. Заходи в браузер. Ок, есть там у нас Дон? У нас есть Дони. Дони есть, вывелся. Это Чизех вывелся, обратите внимание. Ну, значит, попали. Куда-нибудь промахнись. Давай там индекс. Ну да, что-нибудь напиши другое. А какой, не знаю. Удали нормально, дело нормально. Убери эти. Нормально, пиши пост индекс 2, допустим. Напиши по-человечески. Пост индекс 2. В случае мы вообще там промахнемся, там же регулярные выражения. Пиши 2. От работы встречи. А как мы можем промахнуться? Точка туда входит. Сейчас, нам надо с тобой было чуть переписать. Да, я сейчас. Да, попадает вообще все же. Да, нам нужно сейчас немножко переписать сейчас. Match roads, а мы match road. Сейчас мы с тобой должны написать. Сейчас скажу, что. Мы с тобой в регулярном выражении должны дописать. Заходи. Регулярку заходи, он у нас, да, действительно ловит все, и это нам нужно немножко дописать. Вот там, где второй контроллер, этот action, нам нужно будет дописать, получается, после, там, где ты закрываешь, последний уже плюсик идет, последний. Должен задать вопрос, должен вопрос написать. За скобочку уже должен написать знак вопроса. Вопроса. Да. И давай мы с тобой еще... В начале мы с тобой карет сделаем. Карет вначале сделаем. Перед, соответственно, перед скобочкой в начале вообще, в самый первый. Самый вообще первый. Мы с тобой сделаем еще начало. Ага. Да, карет сделаем. Вот так вот, точно. Мы сейчас мы уже точно будем в рамках шаблона работать, правильно? Все, жестко строку взяли. Угу. Все, жестко взяли строку. Карет пошел. Точно в начало вхождения, конец. Правильно? Угу. Все, жестко работаем. Регуляркой. Давай, все. И доллар еще дай ему на всякий случай. Доллар в конце. Доллар. После знака вопроса доллар еще дай ему. Регулярки. После знака вопроса еще доллар ему напиши. Доллар у нас конец еще. Помнишь, карет начало, доллар конец. Помнишь? Давай, карет. Доллар конец. Да, доллар конец. Карет начало, да. Давай. Все, работай. Все, 4-4. А знак вопроса это говорит, типа, есть или нет. Помнишь, мы с тобой еще регулярное выражение писали, типа, под вопросом, типа, помнишь? То есть будет, не будет. Нет, то есть если не будет. Короче, теперь получается, если мы не попадаем в... Пойдем. Куда? То есть у нас есть сейчас только что? Controller action. Controller action мы с тобой написали, видишь? Подожди, мы в каком случае вообще можем попасть? Только если в случае контроллер action, что ли, вводить там можно или... А, подожди, он на ключи у меня, да, делает где-нибудь? Контроллер action. Смотри. Я что-то не понимаю. В каких случаях он попадет там? Выйди теперь на уже на нормальную страницу без 4.4.
Localhost. Зон, окей, смотри. Соответственно, мы с тобой по регулярке, в принципе, добавили жестко уже вхождение, начало, конец. И далее мы сейчас то будем писать уже роутер, сам напишем сейчас до конца. Так, адрес у нас точка входа, у нас индекс. Если не нашли, у нас будет 404. Так, окей. Далее мы с тобой сейчас давай комментарии удалим, потому что они не нужны там. Какие комментарии? Вот эти все не нужны, да, удали. Не нужны они. Require тоже не нужен уже, потому что мы подрубаемся через кейсы. Там лучше не require one, а все-таки можно require оставить первое, чтобы было монолит. Будет require, да. Но не будем подключать к индексу два раза этот файл. Маленький, чтобы... Окей. Все, идем дальше. Так, мы с тобой, в принципе, класс router уже в целом написали. Вот, и сейчас я подумаю, нам нужно осталось записать. Давай мы посмотрим, типа, что находится в root. Метод match root. Давай посмотрим, что там в root находится. Ходи в метод match root. Ходи в роутер. Да, давай посмотрим, что находится выше. Метод match root. И вот там вот в root что находится. Перед return true. Return true. Давай посмотрим, что там в рутах. Угу. Ну все, давай посмотрим, да, что там находится. Там должно быть, по идее, пустота. Потом пустота. Вроде нет. Нет? Ну, вот добавился массив. Хотя нет, вот да, у нас отработал main index, контроллер отработал main index, все правильно. Main index отработал контроллер. У нас сейчас все на главной странице у нас же будет контроллер main подниматься, и метод, и получается action у нас индекс будет, называться файл индекс. Окей. Давай далее мы с тобой сейчас пройдемся в цикле по нашему массиву matches. Возьмем только строку с тобой. Пройдемся по нашему мэчесу и возьмем строку. Поднимай форич. Это где? Следующая строчка вот скинь ниже, вниз. Да. Соответственно, пиши форич. Мэчес. И будем его распарсивать как k-value. Мэчес на k-value. Вот где у нас хранится все в этом самом, в pregmatch? У нас все в matches хранится, правильно? У нас все данные хранятся в matches, переменный matches, да? Давай мы разберем это на ключе значения. На ключе значения, да? Давай мы с тобой это сделаем. Давай, если... Проверяй. Отправила, хорошо. Давай проверим, что типа есть эта строка. И string. Функция и string. И string. Да, и string. Функция. И по ключу. Он даже за тебя это все не справил, нифига себе. Ну да. Давай тело. Тело открывай. По ключу K. Да, мы будем говорить, что это если это строка. Строка. Давай. Возьмем этот самый наш road. По ключу K. И положим туда нашу value. Еще раз. Мы проверим, что это строка. Есть... Если это строка, мы доберемся нашего массива road. Просто до road. Именно road. Ё-моё. Ну, который. Нет, просто это... переменная road, которая внутри находится, она внутри. На форище, в цикле форича. Она в глобальном цикле форича. У нас два цикла форич, заметил? Вот она, 16-я строчка. Доберемся да, и по ключу
Ключ, дай мне ключ, индекс с ключом. Окей. Ключ. Равно value туда записываем. If string. Ну все. Ты только нормально сделай мне. Чтобы у тебя не было ошибок. Ну. Так, а чем, чем тут не надо? Можешь закрыть на в if condition? Можешь нормально закрыть? Ты и 22-ю удали. Да. Тут скобка куда-то уехала. Да, ты должен после кей написать скобку. Все отлично. Проверяю, что получилось. Не знаю, значит изменилось. Вальдамп подработал у нас корректно? Ну да. Давай, self пиши. Давай в debug пиши мне self road на 25-й. Пиши self двоеточие road. Убирайся. Чего? Self road 25-я, да. Вон, куда ты бежишь-то? Self, двоеточие, road. Нет, куда ты делаешь? Внутри в debug, я говорю. Debug. Self, road. Debug. Да, сюда. Self. Чем ты скушал знак доллара? Такая же self. Голодный? Возвращай доллар. Вот куда? Ну, пиши так. Self, двоеточие, road, вот этот вот, это постфикс. Просто можешь доллар, просто не кушать, писать self и все. Да. Все. Все, дебаш, смотри, что получилось. Сейчас еще дебаш. Так, что получилось? Вот, меняется, а визуально нет. Вроде ничего не светилось. Self-road. То есть, да ты что, на позитиве, да? Я пытаюсь понять, что изменилось. Road напиши, равно road. Напиши ему road, какой-нибудь road, путь да. Пост-индекс. Напиши ему какой-нибудь пост-индекс. У тебя ловит, у тебя контроллер, там main-индекс. Ничего, конечно, не поменяется. Надо написать пост-индекс. Индекс. Вот. Да. Видишь, что-то появилось, да? Ну чё, пустый индекс. О, почему он так интересно распарсил-то вообще? А, потому что у нас два раза форыч. Форыч. Да, форыч. Два дебага у нас висит. Окей. Соответственно, если у тебя на индексе, ты не удивляйся, у тебя на индексе ничего меняться не будет, потому что у тебя вызывается контроллер main, и это сам, у тебя на индексе действительно ничего не меняется. Там будет main и индекс на индексе. У меня уже есть, потому что. Yes, okay. Далее. Так, убирай дебаг верхний. Верхний убирай дебаг в роутере. Тифы прям. Регмач. И нижний тоже вниз. А, нет, нижний оставь пока. Так, чё, прогмач. Прогмач. Где мне добавить вот этот? Ага. Брал дебаг с прикмач, вот этот не нужен на 18. Так. Давай мы с тобой экшен по умолчанию. Если ты экшен не будешь указывать, что у тебя будет, допустим, просто пост слэш и без индекса, мы по умолчанию всегда будем индекс вызывать. Экшен. То есть ты просто напишешь пост слэш, а индекс будет всегда по умолчанию вызываться. Независимо от того, вел ты URL индекс или не вел, у нас будет всегда индекс вызываться. Это про что? URL-ку ты будешь писать post slash index. То есть, если ты не напишешь post slash index, напишешь просто post slash. Нам даже все равно на индекс переводить. Давай мы напишем с тобой такое условие, что если ты забудешь написать индекс или не напишешь индекс, мы все равно будем на индекс переводить. Давай мы напишем. Убирайся, да, match route.
Вот он, match road. И, соответственно, мы должны с тобой написать, что перед self road, это 23-я строчка, перед ней нам нужно писать. И 20... self road. И 23-й пишешь. Enter скинь. Is. Да. Здесь пишешь. Если. Если не существует. Если не существует ключа action в массиве root. Не существует ключа action в массиве root. Не существует. Я тебя сейчас устрою. Что нужно сделать? Ничего не понял. В массиве root? В каком? Если self, не существует. Типа? Если не существует, пиши мне, переводи на английский. Если не существует. Если не существует. Да, так и запиши так? Мне на английском. Да, нет, ты правильно писал отрицание. Не существует. Давай дальше на английском. Пойди мне. Если не существует. Так она просто пишется. Нет. А, не существует. Ну да. Этот, set. Да, если не существует. Ключа action в массиве road. Ключа action. В массиве road. Да. Массив, в смысле, глобальный, не глобальный, а какой? Просто массив road. Просто массив road. Да, просто массив road будет. Мы же в forEach это бегаем, мы же в forEach перебираем это. Нам в цикле forEach уже есть. Так. С каким ключом? Если мы посмотрим, что юзер забыл написать ключ. Если забыл написать индекс вообще. То есть это наш action. Наша вторая, соответственно, все, вторая секция после слэша. Вторая секция после слэша — это action. Первая секция после слэша — это у нас, соответственно, наш контроллер. Если юзер забыл указать вторую секцию, то бишь наш ключ action. Action. Да. Открывать тело. Юзер забыл написать action. Открывать тело. Мы что сделаем с тобой, если вот забыл? Вот, ты, допустим, забыл написать action. Что мы сделаем? А action — это на что? Зайди в браузер. Action — это событие. У нас мы с тобой делим роутер на два события. Первое — это роутер, это контроллер. А второе — это событие. То есть у нас будет какой-то контроллер, который будет, соответственно, как тебе объяснить, сердцем логики. То есть там будет логика в зависимости от того, какой метод отработает у этого контроллера. Вот наверху у тебя в URL-ке, да, вот обрати внимание, написано post. Вот слово post — это название контроллера будет, да? Ну, образно говоря. А вот индекс слова — это будет метод у этого контроллера. Там action, событие. Что сделать нужно? Мы говорим, что сделать. Там, будет вместо индекса написано added, или там new, или там delete, и так далее. Это событие, action. Что сделать? А post — это сам контроллер. У нас там может быть вместо post контроллер, может быть написано там LK, личный кабинет, может быть написано там все что угодно. Main контроллер, там все что угодно может быть там. Любой. Вот. И мы берем с тобой, и видишь, у тебя внизу написано контроллер, пост, а action индекс, видишь, внизу написано у тебя? Mm-hmm. Так, а что, если пользователь забыл написать слэш индекс в конце? Ну, точнее, так никто не делает вообще. Никто же не будет писать тебе пост слэш индекс. Обычно всегда будет пост. Видишь слэш индекс? Нет, слэш оставь. Слэш оставь ему. Он еще так не воспринимает. Давай, enter. А, уже он и там вот action. У тебя action пустой? Тебя он на main index перевел. Тебя контроллер на main index перевел. Mm-hmm. Вот, так вот именно. Мы сейчас сделаем так, что если вот пользователь забудет, получается, написать индекс, мы с тобой явно присвоим ключу action index. Дебажим вообще, это у нас дебаг идет, роут, да, self-road, дебаг, роут, там у нас тоже все роуты выводятся, да? Mm-hmm. Давай мы с тобой напишем, что, соответственно, если не указано, то мы с тобой явно будем писать роут action, добирайся до массива по ключу action. Так, давай, роут action равно роут action равно индекс. Просто индексу. Да, индекс. Вот
Так. Ну да, просто индекс. Ходи в браузер, пиши пост. Ходи в браузер, пиши пост. На КЦС. Enter. И здесь сейчас мы подебажим еще этот момент. Так. У нас напиши edit. После post slash edit напиши. Post. Post slash edits. Просто edit. Нормально. Есть, здесь ловит, хорошо. Пока у тебя он уже разбирает на контроллере action наше регулярное выражение. Хорошо, идем дальше. Смотри. В целом мы с тобой написали уже. Давай мы вардамп уберем. Где у меня тут вардамп? Вардампа. Дай ему пока что это самый. Потом мне дашь. Дай мне сейчас пока пуш, пока не забыл на GitHub. Я потом проверю, что там у тебя по работе. Давай пуш, и я думаю, что на этом на сегодня, да, в 12 ночи. Да, на сегодня думаю, что все по домашке получается. Поработать, непосредственно проработать этот код, повторить, учить, посмотреть, как работает роутер, посмотреть, обязательно, что такое регулярное выражение, как с ним пользоваться, что такое за matches, какие параметры принимает регулярное выражение, и как работают вложенные for-each, это тоже важный момент. Вот. И на GitHub ты отправил, да, push? Я его посмотрю сегодня, комментарий да. Там. Отправил, да. Окей. Все, в целом, сегодня отлично поработали. Вот, иди, короче, отдыхай. С вами был Сенаторов. Учите Python обязательно. Записывайтесь на обучение по программированию. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем хорошего вечера. Всем пока.